только ждали и дождались. Вот вас, вас я имею в виду, конечно. Ну вот, он ехал, ехал, приехал, и слава Богу, что приехал, раз обещал, сейчас он все сделает, все вам расскажет. Надо сказать, что в эти дни мы простились с его дедом, известным писателем, это было больше 10 лет назад, известным писателем. Я очень любил его произведения, потому что он очень своеобразно писал. Я, вы можете меня осуждать, можете говорить все, что хотите. Так случилось, что я ничего не могу с собой сделать, я не люблю немцев. Ну, что делать? Я пытался, и все. Я прекрасно понимаю, что не может быть плохого народа. Столько горя они принесли не только моей судьбе, не только моему городу, не только моей стране. Ну, что ж мне сделать? Врать я не хочу. Так вот, его дед, Дмитрий Ефимович, он написал как раз очень любопытное произведение, где он во многом оправдывал немцев. Потому что среди немцев, которые даже воевали, были те, которые были на стороне справедливости. Они спасали детей, они прикрывали, когда уходили партизаны и гибли сами. Вот такого человека для нас Дмитрий Ефимович Шумков воспитал. Это народный гармонист России. И не только народный гармонист России. Он у нас в театре уже достаточно долго. И сейчас он проводил знаменитый этот самый фестиваль «Играй гармонию блокадная». Очень многие люди его любят, к нему тепло относятся. Он не так часто бывает в городе, он очень много гастролирует, несет гармонь по всей России, продолжая дело Сывалыкина, что мы, так сказать, все поддерживаем. Но когда он бывает в городе, он обязательно приходит к нам. Вас приветствует и поздравляет вас с наступающим Игорь Чирков, день защитника Отечества. Скажи пару слов про деда и спорт сыграет. Добрый день, дорогие зрители. Здравствуйте, мои дорогие. Соскучился по вам. Ну, что сказать, сегодня 12 лет. Ровно 12 лет назад не стало моего деда, Дмитрия Ефимовича Шумкова. Сегодня я свое выступление хочу посвятить светлой его памяти. Отслужил я приеду домой.
мой. И ты скажешь подружкам своим, помогает работать, прям фантастически. Спасибо, Игорь Шевков.